Мы рады приветствовать вас на передаче «Арт-гримерка», в которой мы рассказываем вам о талантливых людях города Тольятти и не только. В студии, как всегда, Ольга Вавилина. И Сергей Гурьянов, старший. А в гостях у нас сегодня группа «Пятый элемент». Вокально-инструментальная группа «Пятый элемент». Коллектив существует с 1997 года и известен как исполнитель хитов 70-х, 80-х годов 20 века, в том числе и кавер-версий. Если вам по душе музыка периода расцвета отечественной эстрады в современном исполнении, то вам будет интересно познакомиться с творчеством вокально-инструментальной группы «Пятый элемент». «Вия синяя птица», «Песняры», «Поющие гитары», «Самоцветы», «Пламя», группа «Воскресенье», «Цветы», «Земляне», «Мираж», «Антонов», «Барыкин», «Кузьмин» — вот лишь малая часть исполнителей, из репертуара которых группа «Пятый элемент» черпает вдохновение, придавая этим песням современное звучание. Кроме этого, в репертуаре группы имеются и авторские композиции, программа военных песен, обработки русских народных песен. За время работы состав неоднократно менялся. В разные годы работа в группе стала своеобразной путевкой в жизнь таких музыкантов, как Сергей Шмелев, группа FM, Сергей Радаев, Маргарита Вышинская, Георгий Иванов, группа «Резонанс». В настоящее время коллектив успешно выступает на концертных площадках города Тольятти и Самарской области. Вы не представляете, насколько я сегодня счастлив, потому что я мечтал, чтобы вы пришли к нам на передачу и нас порадовали своей музыкой. Юрий Андрюшин представит нам всю команду. Начнем с нашего главного солиста Александра Степанова. Золотой голос Тольятти. Ну, это реально. Художественный руководитель коллектива Олег Гавриленко. Ну, все его знают за его прекрасное мастерство баянное. Умеет. Очень рад, что в нашей команде появился, ну, просто мега-скрипач и просто замечательный человек, композитор Денис Кузнецов. К сожалению, не все сегодня. Мы здесь как-то все не поместились. Ну, представить всех надо. Да, значит, за кадрами у нас наш замечательный клавишник Андрей Кругляков и наш замечательный барабанщик Михаил Стражин, который, к сожалению, сейчас уехал в Пензу. И постоянный звукооператор, звукорежиссер. Наш пятый элемент. Ну, он, наконец-то, да, прозвучало. Пятый элемент. А то как-то вот мы оно обходили. Пятый элемент немножко не от этого, конечно. Я прошу прощения, но я сегодня обещал, что о звукооператоре мы не скажем ни слова. Он остается за кадром. Я обещал, поэтому я обещаю. Повисла интрига. Повисла интрига. Кому обещал? Звукооператору. Иначе я просто не буду. Иначе звук будет не тот. Звук будет другой совершенно. Чтобы время зря не тратить, раз произнесли это загадочное словосочетание «Пятый элемент». Ну, наверное, практически все смотрели этот фильм. Это как-то связано или у вас свои какие-то с этим связаны? У многих создается ложное впечатление, что это как-то вот связано с фильмом. Нет. Это название нам придумал замечательный саксофонист Сергей Гоголь. Сергей Радаев. Это, да, гордость Тольятти. Да, да, то есть мы когда-то вместе начинали «Пятый элемент», и вдруг ему пришла в голову эта идея. Но по той простой причине, что вот есть четыре элемента, да, то есть земля, огонь, вода, воздух. А есть что-то большее, то есть есть пятое. Ну, для кого что? Кто-то говорит эфир, кто-то говорит любовь, кто-то говорит музыка. Ну, для нас, наверное, музыка как-то вот так. Ну, давайте, вдарьте. Ну, а вдарить хочется песней, можно сказать, совсем новая песня. Ее сочинил тольяттинский поэт Валерий Котляров. Его же была музыка, но вот Олег доработал, посидели, сделали аранжировку. Сейчас она, наверное, очень актуальна, потому что то, что происходит в стране, да и в мире в целом, просто ужасно. Не хочется, чтобы это все развивалось. Хочется уже быстрее, чтобы все закончилось, и наши ребята вернулись домой. Поэтому песня называется «Домой с победой». А солдату снится путь тяжелый фронтовой. Дымится вёс, прошел немало, вот и Прага пала, спит солдат по стук колес. Устал, устал. Непобедные, не весенние. Едет, едет он домой.
где-то вновь. Он на передовой ждет рассвета вновь. Идет он в драку против тьмы и мрака вновь. Идет солдат вперед в атаку. Дни побед в мире, дни весенние. Солдата, незамысловатый рядом, слышен разговор. Эх, грубоватый кто-то напевает и гармонь играет сам. Шевна и печаль навевает дни победные, дни весенние. Едет, едет он домой. Эшелон мчится, а солдату снится путь. Тяжелый фронтовой дымится вез, прошел немало. Вот и Прага пала, спит солдат под стук колес. Устало дни победные, дни весенние. Едет, едет он домой. Какая нужна сейчас песня? Вот я, наверное, не оригинальную мысль сейчас выскажу, но вам, наверное, уже все об этом сказали или сами. Так, мне кажется, очень здорово было бы записать и туда направить ребятам. Да. Вот сейчас как раз этим и занимаемся. То есть у нас не одна песня, там еще несколько есть. Мы сотрудничаем с многими тольяттинскими авторами. Есть люди, которые, вот, ну, скажем так, уникальные. Человек нигде не появляется, нигде не поет. Но вдруг неожиданно выдают песню, которая, ну, берет за душу. Вот одна из них сейчас готовится, называется «На дети Донбасса». Очень такая сильная песня. Мы как только ее подготовим, и вам передадим обязательно. И постараемся ее, конечно, отправить туда за ленточку. Спасибо, будем ждать. Ребят, я знаю, что вы очень востребованы. То есть вот практически на расхват. А хватает ли у вас времени вот на творчество такое полноценное? Ну, в принципе, хватает. 24 часа в сутках, в общем-то. Ну, да. Иногда домой приезжаешь 2, в 3 часа ночи. Ничего, привыкли уже как-то. Вот, а видите, в 10 утра, в 9 утра уже здесь на передаче. Нет, на самом деле, если серьезно, то хватает. Наверное, даже хочется гораздо больше, но пока есть то, что есть. Потому что действительно еще работа в культурном центре «Автоград», концерты какие-то плановые, естественно. Студийная работа. Студийная работа, которая отнимает просто огромное количество времени. Но все это интересно. Это наша жизнь. Мы все, в общем-то, на да мы уже без этого жить не сможем. Ну, да? Без вас тоже ни одно мероприятие невозможно представить, потому что вы все-таки у нас золотой фонд. Поэтому вот, песню хочется. Да, вот если творчество... Я имею в виду не кавер, а вот вы же сегодня еще свои будете исполнять. Песня была написана очень-очень давно, на самом деле. То есть это еще где-то 80-е годы. Да, я был тогда еще совсем молодой. Вот, но как-то вот она по... И долгое время мы ее не исполняли. А вот в этом году она вдруг неожиданно выстрелила, потому что, наверное, что-то в этом мире сейчас меняется. И слава богу, что меняется, в общем-то, в лучшую сторону. Поэтому, ну, по тексту песни там будет все понятно. А песня называется «Бродяга». Thank you.
слишком прямой. Мне говорят, слишком сложно живу. Мне говорят, ты потише чуть спой о том, что ты любишь цветы и траву. Мне говорят, будь таким же, как все. Мне говорят, что почерк ты медал. Мне говорят, что ходить по росе дурно и зря ли бетона настал. Давитесь своими сплетнями, досужими слухами, бреднями. Живите всегда лишь темнее тебе, меня не кормите обеднями. А я свой рюкзак перештопанный закину на горб и не поломанный, и двину таким же, как я, чудакам, по бабьим дорогам нетоптанным. Здесь много машин. Горе не в том, что заводы и дым, а в том, что так мало на свете мужчин. И трудно и в старости быть молодым. Давитесь своими сплетнями, досужими слухами, бреднями. Живите всегда лишь темнее тебе, меня не кормите обеднями. А я свой рюкзак перештопанный закину на горб и не поломанный, и двину таким же, как я, чудакам, по бабьим дорогам нетоптанным. Досужими слухами, бреднями. Живите всегда лишь темнее тебе, меня не кормите обеднями. А я свой рюкзак перештопанный закину на горб и не поломанный, и двину таким же, как я, чудакам, по вами дорогам не топтанным. Добитесь своими сплетнями, досужими слухами, бреднями. Живите всегда лишь темнее тебе, меня не кормите обеднями. А я свой штопанный, закину на горб не поломанный, и двину таким же, как я, чудакам, по бабьим дорогам не топтанным. Сейчас группа «Пятый элемент» — это эталон, это вот знак качества, я не побоюсь этого слова. И недавно вся прогрессивная общественность отметила 25-летие, как ни странно, вашего коллектива. Ну, понятно, состав менялся, там что-то в репертуаре менялось. А как все это начиналось? А вообще началось в далеком 98-м году, когда группа товарищей, вернее, один товарищ заехал к другой группе товарищей, которые в то время репетировали в Тольяттинском троллейбусном депо номер, если не ошибаюсь, номер 2, по-моему, в старом городе. Ну, заехал, сидят ребята, играют что-то там это. Я говорю, ребята, может, ко мне, я тогда уже работал художественным руководителем ДК «Юбилейный». Я говорю, может быть, к нам. Вот ребята пришли, и как-то вот с этого все и началось. То есть было много поисков, играли абсолютно разную музыку, от рока до, там, не знаю, до какого-то арт-хауса. Вот, ей-богу, что там происходило в те годы, это вообще... Ну, искали себя, да. Да. Потом неожиданно на одном из концертов, где пели и свои песни, исполнили два кавера там, 70-х годов. Если мне не изменяет память, одна была «Песняровская» «За полчаса до весны». И еще что-то, вот не помню уже что, но вот что-то исполнили. И вдруг реакция просто потрясающая у зрителя, потому что к тому времени, это 98-99 там, год, то есть народ соскучился по хорошей какой-то вот такой музыке, доброй. И вдруг... А что, это мысль? А давайте вот как-то
в своем варианте, то есть абсолютно свои аранжировки у нас, какие-то свои подходы к песням, но самое главное — сохранение вот этой песенной традиции советской, потому что она действительно великолепная. Это же композиторы, и поэты. И голоса. Да, да, да. Да. Вот как-то так. А тут вот в этом году все пошло в другую сторону. То есть решили больше авторских песен делать. И сейчас готовим, кстати, программу полностью из авторских композиций. Весной будем с радостью видеть вас и наших зрителей на наших концертах. Здорово. Что-нибудь авторское в таком случае? Сейчас инструментальное авторское тогда. Это вот как бы... Ну, тут все принимали участие в записи вот этой музыки. Представьте, что мы с вами сейчас переносимся куда-нибудь на улочки Белграда, и там вот кафешки, да, мы сели, попили кофе, послушали хорошую балканскую музыку. Я добавлю только, что автор тоже тольяттинский, Олег Помаслов. Мы с ним познакомились, судьба предоставила такой случай замечательный, что я его как автора увидел, и с ним приятно работать, и он периодически добавляет свое творчество и радует нас вот такими подарками, из которых вот получаются достаточно интересные вещи, вот одну из которых вы сейчас услышите. Называется «Кафаны Белграда».
Блеск. Так и хочется сказать словами Карабаса-Барабаса. Просто праздник какой-то. А хочется слушать вечно вот флешку в машину и по трассе просто вдаль. Да. Я прежде чем ты задашь вопрос, я хотел еще все-таки о солистах два слова сказать. Партия баяна Олег Гавриленко, лауреат всероссийских и международных конкурсов, да? Да, всевозможных. Много всего, да. И Денис Кузнецов, здесь отдельно я хотел тоже упомянуть, не все зрители смотрят канал «Культура», это обязательно надо посмотреть. Недавно в составе группы «Джеобэнд» Ярослава Сапожинского Денис Кузнецов принял участие в программе «Шабловка 37» у знаменитого Вадима Эленкрига. Обязательно посмотрите. Ребят, я когда вас увидела... У меня прям вот счастье наступило. СССР, это вообще мое. И понятно, что вы патриоты, и понятно, что у вас корни, и вы такие вот настоящие мощные мужики. А как вы относитесь к нашему городу Тольятти, любимому? Такой вот неожиданный вопрос. Вот вопрос действительно неожиданный. Приехав сюда в 96-м году, вот, и надо сказать, что я этот город, наверное, знаю лучше, чем многие местные. Это первое. А второе, я просто обожаю этот город. Он какой-то свой. У него есть своя пульсация какая-то. Во-первых, это самый свободный город в России. Нигде больше на машине так не проедешь, как по Тольятти. Несмотря на многочисленные знаки. Ну, платил по штрафу. Ну, штрафы. На самом деле, приезжаешь в любой другой город, это же вот какие-то узкие улочки. У нас же широкие проспекты. Это просто великолепно. То есть чувствуешь себя вот очень свободно. Поэтому живут здесь вольные люди. Если раньше тянуло в Москву, то сейчас тянет домой. Вот куда бы ни приехал, там даже где-то на юге отдыхаешь, и все равно домой. И вот подъезжаешь к Тольятти, вот она Волга, вот они сосны, как пел Олег Митяев. Это действительно... Вот для меня, по крайней мере, это так. Это самый родной и близкий мне город. Вот просто это место мне нравится. А Междуречье, ну, в человеческой истории занимает достаточно видное место. Так что... Нет, иной раз даже вот удивляешься... Насколько мы недооцениваем вот свою красоту, в которой мы живем. Люди приезжают и с такими глазами, с таким воодушевлением рассказывают, а ты смотришь, думаешь, неужели мы здесь живем? Вот совместить, да, природу такую замечательную и вот эту современность. Да. Это не везде. Если едешь за Урал, там, да, теряешься во времени, а здесь буквально доехал до Ягодного, где-то еще там переехал через ГЭС, вот тебе нетронутый лес. И тут же раз вернулся, и ты уже опять в цивилизации, да. Это вообще сказка. Потрясающе. Да, бьется жизнь беспокойною птицею в клетке времени. Несутся года в колеснице, равнодушно безликой толпе. И несутся года в колеснице, равнодушно безликой толпе. И конем необузданным мчится дней твоих и моих череда. Как узнать, где коню оступиться? Как узнать, где лежит та черта? Как узнать, где коню оступиться, как узнать, где лежит та черта. Птица крыльями небо обвела.
закате счастливого дня. Чтобы ночь вдруг не стала последней, беспокойные бьются сердца. Чтобы ночь вдруг не стала последней, беспокойные бьются сердца. Ну а если уснем под березами, превратимся в росу на полях и распишемся майскими грозами на умытые дождем небеса. И распишемся сложившейся традиции мы награждаем участников нашей передачи ценным подарком и призом. Да, то есть мы присвоили себе право назначать лучших музыкантов нашей Самарской области. И вас мы включаем в наш... Ее окрестности. Ну, там Москва, вот, ну, то, что вокруг как-то, там, Питер. Вот. И мы вас принимаем с огромным удовольствием. Клуб «Арт-гример». А чтобы вам, чтобы никто не говорил, что вот вы нам врете, например. Ничего подобного. Вы прям такие сразу раз. Вот то зеркало, да, как раз. Получаю. Спасибо огромное. Очень приятно. Правда. В студии, как всегда, были Ольга Вавилина. И Сергей Гурьянов-старший. А в гостях у нас был непревзойденный пятый элемент. Ура! Мы прощаемся с вами ненадолго. До следующего выпуска передачи. Пока-пока. Пока-пока.